попадешь ли? Промахиваться нельзя. Подписка это важно. Подписка это жизнь. Сейчас мы двигаемся на остров Сайпан, захватив который мы поставим точку в Тихоокеанской войне. С аэродромов Сайпана наши самолеты смогут долетать до самой Японии. Почти все! Запускай его! Но нужно хотя бы один тест провести! Черепаха, ты мой проверенный боевой товарищ, к тому же живое существо, и понимаешь лучше отношения танков. Мой товарищ, которого я считал безупречным героем и моим другом, оказался слабым и подлым танком, который делал плохие дела. Должен ли я забыть о нем и считать врагом? Потому что результат моего анализа показался мне не на 100% достоверным. Имя бывшего друга сохраню в секрете. Да я знаю, что ты о генерале МС-1. Живые танки не идеальны. Мы же не роботы, как ты. Нам свойственны слабости. И если мы их осознаем и принимаем, это уже начало пути покаяния. Я тебе не рассказывал, как я пережил бомбежку японцев в Пёрл-Харборе. Реальной опасности. Я тогда просто испугался за свою жизнь, убежал и не помог своему товарищу. По сути, он погиб из-за меня. Я до сих пор себе этого не простил. Поэтому сражаюсь сейчас. Я надеюсь, что спасаю других жителей моей страны и всего мира. Это не искупит моей вины, но хотя бы я делаю что-то хорошее. Как ты здесь оказался? И что с твоим обликом? Я захотел тебя увидеть! А за облик спасибо! Нравится! Я сейчас к тебе! Не вздумай! Под водой полно японцев! Никто не боится тебя спасать! На берегу встретитесь!
Пора бы сказать им, что от меня толку нет. ВСРОК-4 меня не ищет, а эти только пытать зря будут. Неужели ты столько прошел, чтобы сдаться сейчас? А что я еще могу? Я всех потерял, везде, где я нахожусь, все делаю только хуже. Мне нет прощения. Загубленные души не вернешь. Но кто сказал, что ты не можешь спасти другие жизни? МС, я верю в тебя. Рассказывай, ваша армия после Гвинеи движется на Сайпан? Знаешь, что я тебе расскажу? Что КВ-44 едет за мной, и вам всем крышка! Посмотрим, как ты поговоришь завтра! Надевай быстро! Включай режим герметизации! Времени. Минут 10, в лучшем случае. Ха-ха-ха!
Товарищи, вероятно, это конец для нас. Благодарю вас за службу. Надо плыть! Thank you.
надо догнать гадину! Нет! Лесу полно японцев и их ловушек! Нам сейчас главное, как следует укрепиться на берегу! Рад познакомиться, КВ-44. Взаимно, товарищ! Ох, сколько нас тут! Спасибо, товарищ! Ты спас мне жизнь! Это было очень отважно! Нам ждать подмоги из Японии? Точно не сегодня! Эти америкашки своими кораблями препятствуют нашим! У нас еще полно позиций, солдат. А если я кинуть ее поместить повыше, она им устроит. После укрепления лагеря собираемся на составление стратегии. МС. Основная наша проблема — это Окинадзю. И чтобы она сразу не грохнула КВ-44, мы наденем на него такой щит. В Европе их уже успешно используют. Из алмазов надо было делать. А что будем делать с самураем? Дуэти со стилбоем вы должны будете справиться. Слишком плотный! Не бойтесь, солдаты мои! Вы отдаете своей жизни с честью и достоинством в борьбе во имя императора своего. Покажите им весь наш гнев, чтобы, увидев нас, америкашки убрались навсегда на свой континент и больше не совались в наш Тихий океан. Ох, скорость заметно снизилась, и больше половины орудий использовать не могу. Ничего! Зато тебя никаким фаерболом не пробить! МС, я должен с тобой поговорить! КВ... Thank you.
чаще!
Благодарю за прикрытие! Зачем он им? Завода и лаборатории у них нет. Мы вытеснили их с большей части острова, прижали их к горе. Деваться им некуда. Пойдем проводим ремонт и завтра выдвигаемся их добивать. Сможешь перепрошить его? Думаю, что нет. Оборудование... Его надо изучать командой! У тебя час. Значит, зажали мы их. Деваться им некуда. Вопрос времени и жертв. Почему же они не сдаются? Многие из них одержимы. Отдать свою жизнь для них большая честь. Жаль, что в итоге погибнут и те, кто хотят жить. Доброй ночи, МС. Но кто сказал, что ты не можешь спасти другие жизни? МС, я верю в тебя. Стой! Кто идет? Я пришел с миром. Солдаты, сдавайтесь, иначе у вас не будет шанса выжить. Чего? Битва закончена, вы зажаты со всех сторон. Вам незачем погибать самим и губить наших солдат. Смысла в этом нет. Сдавайтесь, солдаты, и вы будете жить. Да мы готовы жизнь отдать за императора. Ты что здесь делаешь? Тебя отправили в Китай. Мне там нечего делать. А вот здесь ты вижу больше провалов. А вообще, я приехал узнать у тебя, где находятся слитки сверхсплава для твоих клинков. Как сенсей Уисиба тебя отпустил сюда? Ты не готов. Видишь ли, у меня свои планы. И они расходятся с планами Уисиба. Стальной пришлось убить его. Так ты мне скажешь сам? Или у нас дело пойдет как сенсей? Thank you.
шанс! Я докажу тебе свою силу и преданность тебе! Ты человек! Ты всего даже не способен услышать его голос! Могущество, прошу тебя! Дай мне сил столько же, сколько дал Левиафану! И я обещаю тебе, что докажу, что я владыка этих миров, а не он! Его могуществу не нужна твоя жалкая душонка. Поглотить твое тело будет слишком большой честью для тебя. Твоя участь — скитаться по земле, как обычный танк, без магии, и ждать превращения этого мира и графана. Жалкий узурпатор, пешка, объявившая себя королем. Называешь себя владыкой ада, но отдаешь свою жалкую душу его могуществу. Ты просто глух и не видишь дальше своего ствола. Как тебе помочь? Ты? Ты снова станешь владыкой своего и этого мира. Я не понимаю, для чего он нам? Мы же стремимся сблизиться с Левиафаном. Мефистополь имел большой потенциал. Сейчас он повержен, и его жизнь в наших руках. Левиафан от нас не зависит, и мы ему нужны лишь как временный союзник. Если же мы возродим владыку Мефистополя, вернем его величие, он будет на нашей стороне. Мы создадим своего демона. Хочешь ли ты вернуть свое величие? Мы скроем твое тело от всего мира. Ты возьмешь новое имя, получишь новые навыки и станешь новым танком. Пока не должен знать о твоей сущности. Все твое прошлое будет создано заново. Ну, главное, что ты выжил, брат. Рад тебя видеть. И я тебя. Неужели я никогда не буду прежним? Я не самурай. И никогда им не был. Ты еще не готов. Ты же хочешь стать могущественнее Левиафана. We'll be right back.
Мефистофел, ваш новый владыка. Я стал никем. Отпусти все прошлое, стань никем. И вообще, я командир по духу. Я не буду вам подчиняться. Как же сладок вкус войны. Ненавижу воду. Я ваш владыка Мефистофель. Получилось! Сильбой, ты исполняешь мои приказы? Так точно. Я успел! Стоять! Кто идет? Они сдались. Нашли его! Нет! Походу, довезли его до базы! Стилбой? Да, все в порядке. Я сбежал от них. Недостоин носить этот меч. Оу, мне такое уже говорили. Зачем тебе все это? Видишь ли, ты главный ученик Уэсибы, имеешь наибольший авторитет в армии Японии. И я хочу это. А впрочем, зачем я все это тебе рассказываю? Туда! Выжим! Если я тебя сейчас не добью, ты рано или поздно вылезешь за моей спиной! Сиди здесь! Далеко не уезжай! Кауэ! Минамото! Где вы?
сожалению, пал в бою. Теперь вместо него я. Продолжайте наступление. Близко! Нет! Езжай к мортире! Я рассчитал ее точные координаты! Пока я буду до нее ехать, она еще пару раз успеет выстрелить по тебе! Ты не выдержишь этого! Продержусь сколько смогу! Ее надо уничтожить! Подождите! Нужно помочь нашему товарищу! Держись, товарищ! Не сдавайся! Мы поедем за помощью! Я ценю твою помощь, товарищ генерал МС-1. Мы доберемся с тобой до Советского Союза. Встретим своих товарищей. Видел бы нас сейчас КВ-404. Он бы тобой гордился. Вас. У вас будет меньше минуты!
воевали и послужили еще! Во славу императора!